Поселок Мирный городского округа Люберцы застраивают объектами образования. В микрорайоне уже ввели в эксплуатацию детский сад на 360 мест. А рядом с дошкольным учреждением активными темпами возводится школа. На строительной площадке побывала Луиза Егиазарян. Строительство школы в новом микрорайоне Люберец началось в конце 2018 года. За это время рабочие возвели все три корпуса учебного заведения. Сейчас они завершают наружные отделочные работы. Уже через две недели начнется следующий этап – косметический ремонт внутри здания, поставка и монтаж оборудования. По первым двум корпусам, которые уже тепловой контур закрыт, монтируются перегородки, монтируется инженерное оборудование, система вентиляции, отопления, водоснабжения. Ожидаем, что разрешение на ввод мы получим к 1 июля для того, чтобы за июль-август успеть получить лицензию. Школа рассчитана на 1100 мест. В ней будет три спортивных зала, медицинский блок, просторная столовая, а также студия хореографии и актовый зал на 660 мест. Свои двери новое учебное заведение откроет 1 сентября этого года. Всего в проекте поселка Мирный предусмотрено три школы и четыре детских сада. По словам экспертов, такого количества будет достаточно, чтобы обеспечить всех детей учебными местами рядом с домом. Луиза Егиазарян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.